Шумят ручьи, блестят ручьи, взревев, река несет на торжествующем хребте поднятый ею лед. Именно так описывал весну известный поэт Евгений Баратынский. Только жаль, что у подавляющего большинства людей среднего возраста начало весны вызывает несколько иные ассоциации, которые к тому же сопровождаются отсутствием настроения, раздражительностью, апатией и упадком сил. И это только внешние проявления. Тем, кто с такими симптомами знаком лично, все уже стало понятно. Для остальных поясню. Сегодня в «Диалоге о здоровье» речь пойдет о весенней депрессии. Но перед тем, как познакомить вас с нашим сегодняшним гостем, предлагаю посмотреть подборку самых популярных вопросов в тему разговора. А сейчас самое время представить вам нашу сегодняшнюю гостью. Знакомьтесь, Лариса Владимировна Рузанова, главный внештатный психотерапевт области, заведующая Центром пограничных состояний Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Не будет преувеличением сказать, что с такими симптомами сезонной депрессии, как апатия, подавленность человека, снижение двигательной и умственной активности, сталкивается весной подавляющее большинство взрослого населения нашей страны. Но плохое настроение – это переходящее состояние, а вот депрессия – это все-таки заболевание. Как психиатры рассматривают этот вопрос? Как болезнь или это все же вариант нормы? Это таких два существенно отличающихся состояния, которые и требуют разного отношения к себе у человека. Какое-то снижение настроения, оно может проходить само по себе, то есть на него легко повлиять, его легко исправить. Оно не приводит к существенным изменениям в жизнедеятельности человека, не лишает его возможности реагировать эмоционально на какие-то события в жизни, не лишает его способности принимать решения, не изолирует его от общества, не способствует тому, что он как-то вот уходит в какое-то состояние одиночества. А вот уже депрессия – это такое состояние, которое имеет тенденцию к углублению, к расширению, которое значительным образом влияет на состояние человека, как члена общества в том числе. Депрессивное состояние, как правило, проявляется такими, как болезнь, проявляется такими тремя основными проявлениями. Это, с одной стороны, эмоциональные нарушения, это снижение настроения. С другой стороны, это нарушение мыслительных процессов, их заторможенность и двигательная заторможенность существенная. И состояние депрессии, как правило, имеет еще ряд таких очень важных особенностей, которые могут сказать самому человеку или его окружающим о том, что все-таки это заболевание. Часто это сопровождается чувством вины, снижением самооценки, утратой интереса к тому, что обычно вызывало этот интерес и приносило удовольствие. И приводит к развитию такой бесчувственности, то есть эмоциональное снижение на какие-то тоже важные вещи и аспекты, эмоциональное отношение к каким-то людям очень значимым. Ну, например, женщины часто говорят о том, это тягостное состояние для них, что они перестают чувствовать какие-то положительные чувства, любовь и радость при общении с внуками. То есть то, что обычно приносило удовольствие, поддерживало их в жизни, приносит только раздражение. Это уже говорит о том, что у человека... Что это именно перешло уже в болезнь, да, не в плохое настроение. Да, что это уже болезнь. Потому что это то, что не было характерно для человека, в принципе, в его привычной жизни. То есть, что изменилось состояние, и требуется что-то, и, скорее всего, это какая-то дополнительная помощь для того, чтобы из этого состояния выйти. А можно ли говорить о том, что пессимисты и оптимисты, то есть склонны более к депрессиям? Вы знаете, вот есть такой всем известный персонаж в истории, как Уинстон Черчилль, который, кстати, сам страдал депрессиями. И он по этому поводу говорил следующее, что пессимист
при любой возможности ищет трудности. А оптимист в любой трудности видит возможности. Конечно, можно сказать, что люди оптимистичные, они в целом менее склонны к любым заболеваниям. И это люди, у которых есть очень большой арсенал способов выхода из каких-то стрессовых ситуаций сложных. В том числе и из такого физиологического стресса, например, как зимняя депрессия. То есть, конечно, можно сказать, что оптимисты в меньшей степени подвержены таким расстройствам настроения, серьезным, как депрессивные. А может ли предрасположенность к депрессии быть генетически детерминирована, попросту говоря, передаваться по наследству? И кто, по-вашему, мужчины или женщины, больше склонны к таким заболеваниям? Вообще, в целом, депрессия как заболевание в целом, нельзя сказать, что она генетически детерминирована и передается по наследству. Но что касается сезонных депрессивных, так называемых сезонных аффективных расстройств, то именно у этой категории депрессий есть все-таки детерминированность наследственная. То есть с большей вероятностью дети, родители, которые страдали сезонными аффективными расстройствами, будет иметь эти расстройства в арсенале. Но надо сказать, что она не абсолютная. То есть это не обязательно, но вероятность выше. Что касается мужчин или женщин, то примерно 3% мужчин страдают депрессиями в мире в целом и 6-7% женщин. То есть женщины примерно в 2 раза чаще страдают депрессивными расстройствами. Хотя здесь есть такой момент, что мужчины менее склонны к тому, чтобы заявлять как-то о своих состояниях и делиться своими переживаниями. Как можно справиться с этой проблемой в домашних условиях, не прибегая к помощи психиатра или психотерапевта? Но прежде чем мы узнаем ваше профессиональное мнение, хотелось бы посмотреть подборку народных рецептов лечения депрессии от активных пользователей интернета. Среди множества предложенных способов борьбы с депрессией мы выбрали 3 и испробовали их на себе. Итак, первый широко рекламируемый. Надо смешать 2 столовые ложки сухих овсяных хлопьев, стакан молока, 1 тертое яблоко, столовую ложку грецких орехов, 1 нарезанный дольками апельсин, имбирь и 1 столовую ложку меда. Дать настояться около 5 минут и сразу съесть. По результатам проведенного эксперимента можно со 100% уверенностью сказать одно. Желудочно-кишечный тракт на такое лекарство реагирует неоднозначно. Способ второй также апробированный. Считается, что обычное стояние у стены, касаясь ее поверхности головой, ягодицами, икрами и пятками, действует на настроение удивительно эффективно. Выполнять такие упражнения рекомендовано в течение 3 месяцев по несколько раз в день, минут по 5-10. Вывод однозначный. Рецепт оправдывает себя на все 100. Через 3 месяца и осанка будет получше, и весенняя депрессия закончится, потому что закончится весна. Ну и последний способ – поднять себе настроение. Встать с кровати, подойти к зеркалу и широко улыбнуться. А там уж как пойдет. Некоторые общепризнанные рецепты от лечения депрессии – вопрос не вошли. Но они и так на слуху. Правда, последствиями такого лечения занимаются специалисты уже другого профиля, например, наркологи. Но в остальном, скажите, в том, что мы услышали, есть рациональное зерно? Вообще рациональное зерно есть. Хотя бы в том, что человек все-таки определяет свое состояние как несколько отличающееся от привычного для себя и ищет способы с этим состоянием справиться. Это уже активность. Потому что активность – это первый способ справиться с любой депрессией и с любым плохим настроением и с каким-то другим неудовлетворяющим человека состоянием. Активность вообще враг депрессии, скажем так. Поэтому, что касается, например, каких-то полезных завтраков, любой здоровый образ жизни, он помогает человеку сохранять свое здоровье, в том числе и психическое здоровье. Перечисленные продукты, в принципе, тоже имеют витамины и какие-то полезные вещества, и абсолютно точно будут человеку полезны. Если говорить о каких-то продуктах, которые бы были полезны именно при депрессии, то это все продукты, которые содержат достаточное количество триптофана, предшественника серотонина. И это такие продукты, в первую очередь, как бананы, киви, апельсины, фрукты, вишни, черный шоколад, потому что он содержит тоже вещества, которые стимулируют
выработку эндорфинов, гормонов счастья у человека. Это и белая рыба, и белое мясо, и это, конечно, обязательно полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержат омега-3 жирные кислоты, которые общепризнанно обладают противодепрессивным действием. Что касается зарядки, безусловно, зарядка очень полезна. Не обязательно только стоять и контролировать свою осанку, хотя это помогает человеку понять, в каком он состоянии в течение дня находится. Он подавлен, согнут, потому что депрессивного человека по осанке обязательно можно увидеть и понять, что что-то у него не то. То есть, потому что такое ощущение, что он тянет какой-то груз у себя на плечах. Он так согнут, и походка у него тяжелая. Когда человек пытается изменить свою позу, встать прямо вдоль стенки, безусловно, он понимает, что это совсем не то положение, которое он занимал до этого. Очень важно почувствовать землю, то, что ты стоишь прочно на ногах, что никакие жизненные трудности тебя не смогут сдвинуть и пошатнуть. Ты будешь уверенно идти дальше в завтрашний день. Очень важно всегда понимать и стараться понять, ну, что бы ты хотел для себя. Потому что для депрессивных людей со сниженным настроением, со сниженной самооценкой, вот очень важно понимать, что то, что ты хочешь, что ты сам представляешь очень большую ценность, что ты ценен вообще и для себя, и твои желания, и твои потребности. Это такая вещь, которую нельзя игнорировать. Потому что от этого зависит то, насколько ты будешь успешным, насколько тебя будет любить окружающие, насколько ты будешь интересен им, насколько ты будешь социально активным, насколько ты сможешь достигнуть чего-то в своей профессиональной жизни. Очень еще такой важный момент – это всегда ставить цели какие-то, пусть маленькие. Любое достижение цели позволяет человеку почувствовать свои возможности, что ты можешь. И что планировать свое будущее, это тоже очень важно, чтобы понимать, к чему стремиться. И достигнув этого, радоваться себе и своим достижениям. Важно всегда находить что-то новое. И это новое реализовывать в своей жизни. Учить иностранные языки, там, читать новые книжки. Осваивать что-то новое в кулинарии, например, да, или заниматься каким-то творчеством, или, может быть, попробовать себя в каком-то новом там, виде спорта или активной деятельности. То есть те вещи, которые отрывают человека от привычного лежания перед телевизором, на диване, поглощение пищи какой-то просто, вот, заполняя свободное время. Съешь что-нибудь вкусное, то, что тебе нравится, не обязательно, чтобы это был сильно полезный продукт. То есть то, что тебе нравится, поднимет тебе настроение. Займись чем-то новым, отвлеки себя. Да. Больше двигаться. Больше двигаться. Больше улыбаться. Больше улыбаться, не изолироваться от общества, а наоборот постараться пригласить друзей, пообщаться с ними. Может быть, на природе как раз вот весеннее время, оно способствует тому, что можно уже выходить более активно на природу. Если, конечно, ты зимой там на лыжах не катался, если позволяет условия такие наши погодные. Вот. Для многих, надо сказать, что наличие там дачных участков и возможность на них реализовывать свои планы, которые они строят в течение зимы. И даже физический труд. И физический труд. Это не титанический рабский труд, не надо это так воспринимать. Но физический труд, он однозначно делает человека более насыщенным и более гармоничным. Потому что все-таки люди, они существа социальные, с одной стороны, с другой стороны, биологические. И мы живем согласно биологическим законам. То есть зимой мы впадаем в спячку, зимой мало ресурсов, зимой недостаточно питания, было когда-то вот в северных широтах. И мы сейчас несем этот груз того, что было когда-то, когда формировалось человечество. Вот одна есть из теорий, почему, например, женщины чаще болеют депрессивными состояниями, это то, что эволюционно женщины в течение зимы, они должны были накапливать силы и ресурсы для того, чтобы забеременеть и родить здоровое потомство уже там весной, летом. То есть, ну, это было когда-то, когда
Сейчас, конечно, наша цивилизация ушла от этого. Хотя, с другой стороны, наша цивилизация как раз-таки нас и отрывает от этих биологических ритмов циркадных. Потому что, но сейчас, например, огромное количество людей, вместо того, чтобы ночью спать, они сидят в интернете. И это становится большой проблемой, потому что это тоже нарушает циркадные ритмы. А человек в темное время дня, он должен, вернее, суток, он должен спать. Вот. И цивилизация настает перед человеком просто порой немыслимой задачей. То есть ты должен быть счастлив всегда. Это нереально. Поэтому, когда счастья нет, это воспринимается как тяжелое депрессивное состояние. Вот. Ну, и с другой стороны, ты должен много достигать, быть очень успешным. Если ты не богат, то значит, ты тоже, опять-таки, несчастлив и неудачник. И это повод для того, чтобы переживать депрессивное состояние, а не радоваться тому, что все-таки у тебя есть. У каждого человека есть то, чему он может радоваться. Есть свое счастье. Есть. Главное подумать и решить. Что... Да, важно его заметить и отметить, что оно у тебя есть. А к какому специалисту на начальном этапе нужно обратиться? Это участковый терапевт, который даст направление к специалисту, или может сразу все-таки к психологу, или психотерапевту, или психиатру? Если мы говорим просто о снижении настроения, неудовлетворенности какими-то проблемами, о проблемах в жизни, то это может быть и психолог, который поможет разобраться, понять причины и поможет найти правильное решение. А если мы говорим о том, что все-таки это депрессия и это заболевание, то надо обращаться к психотерапевту или к психиатру. Для этого не обязательно ходить к терапевту. Можно напрямую обращаться к врачам-специалистам. А если требуется медикаментозное вмешательство, то какие препараты назначают при депрессиях? При депрессиях назначают антидепрессанты. Их много. В нашей республике их примерно 18 зарегистрировано. И для каждого человека можно найти тот препарат, который ему поможет. Эффективность антидепрессанта на сегодняшний день очень высокая. И практически в 70% они дают хороший положительный результат. А не возникли привыкания ли к препаратам у пациентов? Антидепрессанты не вызывают привыкания, но у них есть определенные особенности их использования и применения. Во-первых, они постепенно увеличиваются, дозировка подбирается, она для каждого человека индивидуально. Может быть разная длительность лечения, но она достаточно продолжительная, потому что само депрессия как заболевание, оно длится долго. То есть речь не идет там о днях, а уже диагноз можно поставить после 2 недель такого состояния. Но, как правило, эти 2 недели, ну, минимум полгода уже предшествуют этим 2 неделям неустойчивости, такое настроение. Но завершать лечение нужно тоже постепенно. Они не отменяются ежеминутно, эти препараты, а есть определенные схемы, согласно которым их убирают. И антидепрессанты современные, они в этом смысле безопасны. Но все-таки, как и в любом случае с препаратами, главное не заниматься самолечением. Да. Главное не заниматься самолечением. Лечение назначает врач, он же его контролирует. Это такой длительный контакт, длительное взаимодействие с врачом. Это такое совместное, по большому счету, какое-то такое совместное действие. И в завершении нашей беседы еще один вопрос к вам. Профилактические меры существуют при многих заболеваниях, а при депрессиях существуют ли они? Если говорить про сезонно-аффективное расстройство, то профилактические меры существуют, безусловно. Основная профилактическая мера – это образ жизни человека. Достаточно ли он активен? Достаточно ли он обращает внимание на себя? Достаточно ли он имеет социальное окружение, социальную поддержку? Есть ли у него хобби, увлечения? Достаточно ли часто он проводит время на открытом воздухе? Достаточно ли он получает солнечного света? Достаточно ли он, в принципе, ведет такой активный образ жизни? Если говорить о сезонных аффективных расстройствах, то лечение светом – это очень такой
важный элемент, который дает тоже хороший результат. И поэтому, если вы склонны к каким-то сезонным колебаниям настроения, то за то время лета, там, ранней весны, осени, когда еще этого солнечного света достаточно, важно долго накопить его в организме за это время, получить такие положительные, хорошие воспоминания, на которые можно будет опираться в те темные, долгие зимние вечера. Да, чтобы это могло поддерживать вас активность, уверенность в том, что это временно, что это можно пережить. Фактически это физиологический стресс, к которому за многие поколения жизни наших предков мы уже тут привыкли и адаптировались. Поэтому все-таки чаще всего это бывают такие временные состояния, которые проходят в тот момент, когда увеличивается солнечная активность, появляется свет, когда человек все-таки находит в себе силы выйти из своей норки и проявить какую-то активность вовне. Спасибо большое за нашу интересную беседу. Я надеюсь, что депрессивное состояние этой весной наших телезрителей абсолютно не затронет. Я просто уверена в этом. Спасибо. Древнеримский поэт Гораций, живший еще до нашей эры, говорил: «Учитесь управлять своим настроением, поскольку оно, если не повинуется, то повелевает». Это, как показывает практика, один из способов противостоять любым жизненным неприятностям, включая депрессию. Так что берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье».